Друзья, всем привет! Канал Каримов Равиль. Канал обо всем. Сегодня я вернулся к теме елочных игрушек. Давно хотел снять этот сет елочных игрушек. Перед вами елочная игрушка, похожая на фонарик. Как называется на самом деле эта игрушка, я не знаю. Произведена она, скорее всего, во времена СССР. Но время производства не могу сказать, и место производства тоже не могу сказать. Но приятная вот эта елочная игрушка. Посмотрите. Очень, очень приятная. Посеребренная, а глаз фонарика такой синий, ультрамарин, что ли. Ну, вот такая красота. Давайте я вам положу, а вы посмотрите ее. У нас во дворе растет живая елка, на ней до сих пор висят игрушки. И у меня ощущение, что люди специально приносят туда игрушки и добавляют их. Вот, надо будет тоже какую-нибудь пластмасску вынести, повесить. Елка очень большая. Друзья, напоминаю, канал Каримов Равиль. Канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Будьте с нами. Сердечная благодарность людям, которые подписались на меня, смотрят. Большое спасибо всем. До свидания.